Торговый центр «Шелковая улица» расположен недалеко от запретного города и площади Тяньаньмэнь в Пекине. 20 лет назад его построили на месте уличного шелкового рынка. Если раньше туристы ехали сюда в основном за дешевыми сувенирами, то теперь ассортимент торговли от электроники до нефрита. Но главное, конечно, шелк. Шелк – это витрина для демонстрации китайской культуры. Он объединяет туризм, торговлю и производство в единую бизнес-модель. Местные продавцы традиционно полиглоты. Огромное количество иностранных покупателей обязывает их говорить на разных языках. Здесь расположены современные бутики, в каждом из которых повышенное внимание уделяют качеству обслуживания. Так, свой заказ клиент может получить с курьером в любом другом городе Китая или даже за рубежом.